Сегодняшнее решение Страсбургского суда – это не только победа партии «Патрия», Рената Усатова или тех людей, которые обращались в суд. Это не только победа команды адвокатов, это победа всего общества. Потому что, возможно, не все себе отдают в этом отчет, но то решение 2014 года открыло ящик Пандоры, из которого потом последовало очень странное решение Конституционного суда 2016 года по изменению возраста президента. Из этого же решения потом последовало аннулирование выборов примара города Кишинева 2018 года. Тогда было положено начало всем последующим беззакониям. Мы надеемся, что сегодняшнее решение Страсбургского суда закроет, захлопнет этот ящик Пандоры, и больше никто из политических партий, политических акторов в нашей стране больше не испытает того, что испытала партия, что испытали ее члены, Патрия, что испытали ее члены, что это останется в прошлом. И мы будем заниматься, адвокаты, другими делами, но только не такими.